Руки на пояс. Подтягивай на 4 счета упражнения. Начинай. Раз, два, три, четыре. Дисциплина, здоровый образ жизни, любовь к семье и родине. Александр Дмитриевич не просто тренирует детей, но и воспитывает. Когда-то эти ценности ему привил дедушка, ветеран Великой Отечественной войны. А теперь и у самого учителя много тех, кто последовал его примеру. Анастасия тоже в прошлом ученица, а сейчас уже коллега. Говорит, благодарна Блинову за тот выбор, который в свое время сделала. По большому счету он повлиял на выбор моей профессии. Потому что когда ходила к нему в клуб, была возможность заниматься с детьми помладше. И видеть вот эти горящие глаза, когда дети смотрят, просят им помочь, то есть они видят тебя примером. Как в свое время видели мы Александра Дмитриевича, то есть он для нас был, есть и, наверное, будет всегда примером. Учителем гордится и нынешнее поколение. Благодаря его методике воспитания школьники принимают активное участие не только в спорте, но и в патриотических мероприятиях. Он очень веселый, иногда бывает злым и добрым учителем, с ним очень весело проводить тренировки, в спортзале заниматься физкультурой. Вот. Он очень понимающий и как бы ответственный человек. Равняйсь! Отстой! Равняйсь! Смирно! Сам физрук называет себя строгим. Только так, говорит, можно воспитать хорошее поколение. Чтобы дети больше двигались, больше находились на воздухе, вот, занимались различными видами спорта. Вот не секрет, опять же, ни для кого, что дворовые игры ушли в никуда. И вот именно через семью, через родителей, через детей, вот именно привлечь детей к занятию различными видами спорта. Сейчас его бывшие ученики служат в разных точках России. Педагог не скрывает, для него это большая гордость. К слову, им самим гордится вся школа. За эти годы он стал наставником и для учителей нашей школы, и для родителей, и для всех жителей поселка Борзовая Заимка. Человек настоящий просветитель и настоящий истинный патриот. Он не просто прививает любовь к патриотизму, он воспитывает настоящих патриотов, настоящих граждан нашего Отечества. Кстати, будучи мальчишкой, Блинов сам учился в этой школе. Потом закончил педагогический институт, вернулся в родные стены уже учителем. За 30 лет успел поработать директором, потом ненадолго покидал родные стены, но все пути вели его обратно. А уж сколько за это время создал патриотических проектов, не сосчитать. Не случайно его выпускники ежегодно пополняют ряды вооруженных сил, причем служат профессионально. Могу охарактеризовать его как замечательного педагога, прекрасного специалиста и настоящего патриота своей страны. За много лет своей работы, а это более 35 лет, практически все жители поселка так или иначе прошли через общение с ним. Они были либо его воспитанниками, либо родителями детей, которых он воспитывает. Сам физрук в отличной форме, продолжает заниматься спортом, играет в баскетбол. Говорит, у детей должен быть правильный пример, а значит, надо соответствовать. София Яценко, Вадим Быстревский. День с толком.